Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нандана Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Ашакипасинда Бивача Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачанам Пангун Ланхайтигирин Яткипатамахан Ванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесвасача Шнавакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритто наранчайва нараттама Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти йокто Бхакти прамадакша жагод баруньо Дейям сада парибхавагна мавиштадухам Титас падам сева виринчанутам сараньям Витатвихам панутопал бхавадибутам Банде махапурушате чаруна равиннам Яд пада паллавана качанда мани чатая Виспуриджита кемапигабодушвадарши Пурнану рагара сосагара сарамурти Сарадхикамай кадам кураши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита хужав канака бодато, Санкетаной кавитаро камала хитакшо. Вишам бару дижа бару жугодхарма пало банде ягатрия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Садхана Ранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бигуши топам бхагам Нараяно прияманго мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва вадане Лакшмир жасвача бхакшаси Жасвастихита самбихи Твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Гурудам Грантхадам Намадам Дхамадам Муда Бхактидам Бхуридам Банде Бхакти Бинадакам Сада.
Gaurya Goshtipati. Gaurya Goshtipati. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Джагадгуру сказал, Бхакти Дандара, она никогда не прекратится, никогда не остановится. Гаудия Гоштипати. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Джагадгуру сказал, что Бхакти Дандара, она никогда не остановится, никогда не прекратится. Может, внешне мы можем видеть, что Бхактинандара, она скрылась, и общество неправильным образом действует и нарушает заветы Шрилы Бхактивинода Такура. Может, мы не можем видеть этого, но Шрила Прабхупад говорит, внешне мы не можем найти, что Бхактивинода Такура, что Бхактинандара, что она течет открыто, но несомненно, есть поток этот Бхактинодары, он должен быть, он, если даже внешне не видно, то он несомненно есть, как Фалгу Ноди, как какая-то река, которая течет под землей, как где Рамачандра предлагал Шарадхи, Дашарадхи, это находится в Гае, вот там есть такая Фалгу Ноди. Там воды не видно внешне, но если немножко копнуть, видно, что вода там есть. То есть внешне воды как бы нет, но она течет. То есть даже если внешне не видно, но несомненно есть поток этот Бхактинодары, как Фалгу Ноди, который течет незаметно под землей. И если немножко копнуть, то увидим эту воду. И вот Бхактинода Такура. Шрила Прабхупад говорит, Бхактинода Такура, он дал нам все. Бхактинода Такура дал нам все. Все в Гаудия Бхаджане. Шрила Прабхупад говорит, Бхактинода Такура дал нам все. С начала до конца. Весь Бхаджан. Единственное, что нужно сделать, это иметь терпение. Мы должны быть преданы лотосным стопам чистой Гуру Вайшнавов, и тогда мы сможем понять все. Бхактинода Такура, он не отличен от Гауди Матха. Или Гауди Матха, он не отличен от Бхактинода Такура. Это правильно, это математическая формула. С начала до конца, Шрила Прабхупад говорит, с начала до конца все дано Шрила Бхактинода Такура. У нас есть многое. И мы должны иметь терпение, мы должны следовать чистым Гуру Вайшнавам под их руководством. Мы поймем, что есть что. Шрила Прабхупад предостерегает нас, будьте осторожны. Под именем Бхактинодары, если мы присоединимся к каким-то обманщикам, пытайтесь понять главную разницу между Бхактинодара и то, что не является ей. Шрила Прабхупад предостерегает нас. Он предостерегает нас. Пытайтесь понять главную разницу между Бхактинодара и то, что не является ею. Если вы не сможете осознать эту разницу, я думаю, что вы не сможете совершать никакого бхаджана. Шрила Прабхупад говорит, о, люди, пытайтесь понять разницу между Бхактинодарой и то, что не является ею. Если вы попытаетесь понять разницу между Бхактинодарой и то, что не является ей, это будет великолепной сатсангой. Если вы хотите понять эту разницу между Бхактинодарой и то, что не является ей, это один из видов великолепной сатсанги. Если вы сможете совершать ее, если вы сможете понять разницу между этим, то тогда вам не нужно присоединяться к каким-то обманщикам, которые под именем
Бхактивинодары занимаются какой-то ерундой. Человеческая жизнь, она очень редка. И в то же самое время вы получаете возможность следовать Бхактивинодаре и Шриле Прабхупаде. Почему бы вам не показать вашу искренность? Человеческое рождение, оно очень редко. Нет никакой гарантии, что вы опять родитесь людьми в следующей жизни. И те, кто сахаджи, они всегда хотят доказать, что мы гауди, у нас нет связи с Бхактивинодой Тхакуром. Они всегда хотят доказать это. Это очень важно. Те, кто сахаджи, их цель доказать, что Гауди Матх не имеет никакой связи с Бхактивинодой Тхакуром. Что Бхактивинода Тхакура в Бхагнапаре посвящение получил, непонятно у кого. И вот они постоянно спорят на эту тему. И что же говорить, они глупы. Те, кто вечные спутники Гауранги Махапрабху, у них у вас нет права говорить что-то похожее. Гауди Матху, он вечно присутствует в трансцендентном мире, на Галоке, во Вриндаване. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура, он присутствует там. И вначале я должен сказать, что Бхактивинода Тхакура не отличен от Гауди Матха, или Гауди Матха, он не отличен от Бхактивинода Тхакура. И те сахаджи, они хотят доказать, что Гауди Матха, у него нет связи, поскольку Бхактивинода Тхакура получил посвящение в какой-то Бхагнапаре. Но они не знают, что это Джанава Мата Тхакурани. Это не какая-то не шутки. Джанава Мата Тхакурани — это Шакти Нитьянанда, это Ишвари, Ананга Манджари. Когда Бхактивинода Тхакура молился ее лотосным стопам. И вот Бхактивинода Тхакура всегда молился лотосным стопам Джанави Мата Тхакурани. И вот это на бенгали слова, не все их понимают. Бхактивинода Тхакура молится. О, пожалуйста, я принимаю прибежище у твоих лотосных стоп. Я уверен, я могу пересечь этот материальный океан. Кто может остановить меня? Чарантори здесь значит твои лотоса. Лотосные стопы, они подобны лодке. И на этой лодке, на этом корабле я могу пересечь этот страшный материальный мир. У меня нет сомнений в этом. Пытайтесь понять эти слова. Бхактивинода Тхакура, он молится лотосным стопам Джанава Мата Тхакурани. А те сахаджи, они хотят доказать, что Бхактивинода Тхакура, он получил посвящение. Ее сампрадая, но ее сампрадая, она нематериальна, что можно сказать, что кто-то, занимающий пост ачарьи, что он подлинный ачарья, это далеко не факт. Я знаю Джанави Мата Тхакура, и она великолепна, но это не значит, что все ее посты. Что Гуру Парампара в ее наставнической преемственности, она вся успешна. Такое, как правило, никогда не бывает. Взять преемственность с Мадхвачари или еще какую-то, практически везде
бывают ачарьи, которые не являются ачарьями, по сути, а просто занимающие их место. И это не научно. И поэтому Шрила Прабхупад хотел утвердить Гуру Парампару и Мантра Парампару и Бхагават Парампару. Шрила Прабхупад хотел показать великолепную научную гармонию в мантра парампари, Бхагават парампари. Если так или иначе мантра парампара она нарушается, то не проблема. Поток премы, пытайтесь понять, поток премы, он не прерывается. Что значит мантра парампара? Мантра парампара значит, вы надеетесь обрести праман, сокровище прямо через вот этот конкретный путь. Но если там обрыв этого пути произошел, то как вы можете преодолеть этот обрыв, это нарушение? И Шрила Прабхупад, он лучший из ачарьи. Но после него могут быть какие-то недостойные ачарьи. И поэтому Шрила Прабхупад хотел научно все обосновать, привести все в гармонию. Что и Бхагават Парампара, она очень практична. Я могу показать вам, Парикшит Махараджа находится в Бхагават Парампаре. Сута Дев Госвами в Бхагават Парампаре. Все они там. Если вы будете внимательно изучать, если вот посмотреть на этот киртан, то после этого вы можете найти Мадхавендрапури, потом Ишварапури, потом Нитьянанда, Адвайта Госай. И там после него можно найти тут Бхагават Парампара появляется. Можно найти Нарутама Савапура. И вот там Ишвар Пурипад, и потом имя Нарутама Такура. Почему? Что это? Если Нарутам Такура мы принимаем, то Шринивасы Ачарьи тоже, по идее, должны принять, но с другой сампрадай. Но смотрите, если мы принимаем имя Нарутам, это не значит, что мы оскорбляем его гуру. И мы хотим видеть поток Бхагават Према. То есть имеется в виду, если Нарутам Такура есть, то его гуру тоже там автоматически. Это просто сделано так, чтобы показать связь между Гуру Парампарой, участниками Гуру Парампары. И вот материалисты всегда спорят насчет этих материальных вещей, что там кто-то не там посвящение получил, еще где-то. Но я могу доказать, что Джанава Такурани, поток ее парампары, он посередине нарушился, и не хочу никого оскорблять, но такое случилось. И если кто-то говорит, что Бхактивинода Тхакура получил посвящение у тех сахаджиев, то это случилось по воле йога майи, как вчера я говорил. Как, например, смерть Кришны или похищение жен Кришны. Это все делается майей. Бхагаван Си Кришна говорит Санатане, о Санатан, все это майя, йога майя. Как вчера можно вспомнить, я вынужден был говорить о том, что есть два вараха аватара. Один Кришна вараха, другой Шьяма вараха, но Майтрея Муни, почему мы находим в Бхагаватам один вараха. Что это такое? Какой вараха?
Надеюсь, вы слышали имя Майтрея Муни. Майтрея Муни. И вот мы должны, Махарадж говорит, что мы должны многое знать, многое понимать, чтобы понимать его харикатху. И вот в Бхагаватам мы можем найти, что только один раз Майтрея Муни сказал, что Варахадев явился, и потом земля была спасена. И он убил Хираньякашипу, и все. Но эти два случая случились в различных калпах. Есть огромная разница между, во времени между этими событиями, но мы должны зависеть от милости Бхактивинода Такура, Шрилы Джива Госвами Пада, Шридас Госвами Пада, Баладева Вибхушана. Вишванатха Чакраварти, поскольку наш разум не может достичь тех высот, на которых они выходят. Харикатха — это не шутки, это не лекции. Харикатха — значит, это тот, кто говорит харикатху. У него должна быть позитивная связь с Гуру Варгой. Поток трансцендентной харикатхи может снизойти, явиться на нашем языке. Это не какие-то лекции, что мы где-то прочитали, запомнили, рассказали, и это не то. И вот пытайтесь понять этот пример, я думаю, его более чем достаточно. Как, почему? Майтрея Муни хотел рассказать только об одном варахе. Посторонние люди не могут понять, но эти два варахи с различных калп. Один швета вараха, он спас землю, а в другую калпу вопрос, когда расправа над Хираньякашипу возник. Над Хираньякшей, точнее. И вот Вишванат Чакраватипат, он приводит примеры и чтобы мы, у нас не было возможности превратно понять Бхагаватам. И чтобы мы не смогли неправильно понять Бхагаватам. И поэтому вайшнавы, они очень милостивы. Очень милостивы, они день и ночь. Бхактивинода Такура, Прабхупад, они плачут. И вайшнавы, если они могут открыть свое сердце, показать, тогда вы можете увидеть, что сколько милости внутри их сердец, это непостижимо. И чтобы предотвратить попытки превратного понимания, поэтому они оставили очень много книг с подробнейшими пояснениями и объяснениями, как Шрила Бхактивинода Такура. Я думаю, это достойный сиддханта. Иначе почему Бхактивинода Такура, он вечный спутник Гауранги Махапрабху? Я не говорю. Гоу Кишордас Бабаджи Махарадж говорит, однажды Бхагаватима, она такая, можно сказать, вселенская мать Шрилы Прабхупады. Бхагаватима Джанави Такурани, мать Адвайта Гасая, Сита Деви,
они все такие вселенские матери, можно сказать. А у других материнское чувство меньше, чем у них. И то оно осквернено чувством «я» и «моё». И вот смотрите. Бхагаватима, она пришла в Навадвипу, в Навадвипдхаму, чтобы получить даршан Гур Кишорадас с Бабаджи Махараджи однажды. И когда они поклонились Гур Кишорадас Бабаджи Махараджи, Гур Кишорадас Бабаджи Махарадж спросил: «О, мать, почему ты пришла в Навадвипу для того, чтобы что-то купить?» И в то время Навадвипа была знаменита своими рынками, всякие гамчи, бронзовые изделия. И вот он спросил: «Зачем ты приехала сюда?» И Бхагаватима ответила: «Нет, чтобы получить даршан твоих лотосных стоп. Ты ко мне приехала? Зачем? Смотри, Гуру Прасад живет в твоем доме. Зачем столько сложностей, чтобы приехать сюда? Гуру Прасад Бхактина Такур, он живет в твоем доме. И зачем ты сюда приехала? Он вечный спутник Гуранги Махапрабху, и он живет в твоем доме». И что говорить о получении посвящения вечным спутником Шриманом Махапрабху? Если я спрошу, кто гуру Лалита Сакхи или Вишакхи Сакхи, это глупый вопрос. Я И вот Гур Кишорадас Бабаджи Махарадж, он засмеялся, что она приехала, жена Бхактивинода Такура приехала, чтобы увидеть его. Если кто-то спросит, кто гуру Лалиты Сакхи или Вишакхи Сакхи. И это вопрос Сиддханты, Лалита Сакхи, Вишакха Сакхи, когда они приходят в этот материальный мир. Лалита Сакхи, она в форме Сварупгасая, Вишакха Сакхи в форме Рай Рамананды, Рупа Госвами Пад в форме Рупа Манджари, Рупа Манджари в форме Рупа Госвами. И это из такого Сиддханта, когда Лалита Вишакха, когда они являются в этом материальном мире, чтобы дать нам урок, как служить. Не забывайте это Сиддханта. И вот эту шлоку мы должны помнить. И вот Лалита Вишакха, они приходят в форме живых людей. Они дают нам урок. Они получают посвящение у Гурудева. Для того, чтобы показать нам пример, они следуют Акадаши и прочим правилам. Они делают то же самое, что и мы. Повторяют Харинам на Мале. Как обычные люди, чтобы дать нам пример. И этот Рупа Госвами Пад, когда он в форме Рупа Манджари, ему не нужно следовать Экадаши, поскольку их Экадаши как каждый день, каждую часть секунды их Экадаши. Экадаши — это то читхи,
для того, которым мы должны делать все, чтобы Кришна был доволен, а не каждую часть секунды делать все для удовлетворения Кришны или Радхарани. Она всегда служит Кришне, ей нет нужды повторять Харинам. И мы, когда служим здесь под руководством Гурудева, зачем? Чтобы стать достойными повторять Харинам. А мы повторяем Харинам, чтобы обрести служение, поэтому не нужно путаться. Когда Бхактин Такур Камала Манджари, он снизошел в этот материальный мир, то в то время, особо в то время, когда Бхактин Такур явился, это в жизни описания Бхактин Такура есть. И в то время одни сахаджи были, такая тьма снизошла на эту землю. И можно вспомнить, обычно это случается после того, как Кришна пришел. И потом опять тьма снизошла на эту землю. И после явления Бхактина Такура опять он смог возродить его учение, а потом опять тьма снизошла. И вот когда был Бхактина Такур явился на этой земле, то была одна тьма, одни сахаджи. И также это Юга Майя делает, чтобы одурачить нас. Юга Майя организует дикшу Бхактина Такура от какой-то сахаджийской организации, что делать. Иначе как это может быть возможно, что Бхактина Такура написал столько прекрасных, замечательных книг, которые очень важны, причем это он написал перед тем, как получить посвящение, хотя мы знаем и в моей жизни также. По милости Гурудева и Нитьянанда. Эти книги я их написал после того, как получил посвящение через много лет. Я не знаю почему, но они явились по милости Нитьянанды и Гурудева. Все, что возможно, глупо спрашивать, что возможно по милости Гурудева, лучше спросить, что невозможно по его милости, сколько по его милости возможно все, возможно абсолютно все. И мы, а в то время, как мы находим, что Бхактина Такура пишет многие книги, перед тем, как получить посвящение, я могу еще один простой пример привести. Я не заинтересован в том, чтобы критиковать кого-то, но этот пример я привожу, поскольку этот пример даст вам точный ответ о Бхактина Такуре. Я говорил, мы знаем, что по милости Гурудева я написал много вещей по милости Гурудева, так много сиддханты. Но когда я не получил еще посвящение, я ничего такого не делал. Но это не случай Бхактина Такура. Бхактина Такура с самого начала писал множество замечательных книг, полных сиддханты. Его книги трансцендентные. И еще один пример я могу привести. Один из учеников Шрилы Прабхупады, не хочу называть его, по милости Шрилы Прабхупады, он получил даршан всей Гауди Вайшнавской философии, писал замечательную сиддханту. Даже Шрила Прабхупад на открытом собрании, он благословил его и сказал, что ты должен говорить такую прекрасную харикатху перед сотнями тысячами людей. Если в этой жизни не сможешь, то можешь зародиться и продолжать в следующей жизни говорить о такой замечательной сиддханте. И смотрите, этот же самый человек, когда он начал выступать против Шрилы Прабхупады,
Он начал писать, как какой-то демон все против Гауди Матха и опровергать свои собственные книги. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что демоны, они пытаются как-то помешать Гауди Матху, но они не знают, что Гауди Матха — это не какая-то материальная организация, как их организация. Кто-то говорит, какие-то тигры и шакалы живут в Гауди Матхе, но нет, но нет никаких кошек, собак, шакалов, нет в Гауди Матхе. Может, они живут вот именно в кирпичных зданиях рядом, но Гауди Матх, он трансцендентен, и не каждый может видеть. И вот смотрите, тот же самый человек, когда он начал выступать против Шрилы Прабхупады, начал писать всякую ересь, даже и имя своего Гурудева не упоминал в своих дальнейших книгах. Я могу, вот на Бенгале он писал, Махарадж может показать. И вот тот же человек, который писал такую замечательную сиддханту, когда он отвернулся от Шрилы Прабхупады, то он уже не то что не смог писать ничего подобного, а писал все противоположное. Это же спорил со своими книгами, которые написал раньше. И вот те, кто выступает против Шрилы Прабхупады, они теряют свою способность к сиддханте, к способности писать о сиддханте. Но смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакура — совершенно другой случай. Когда ученик Шрилы Прабхупады ушел от Шрилы Прабхупады, он начал писать всякую ересь, которая не шла ни в какое сравнение с тем, что он писал ранее. То есть его писанина, она стала похожа на испражнение. Здесь можно посмотреть, что он писал раньше, когда он был с Шрилой Прабхупадой. И когда он оставил, это было совершенно другое. Но когда Бхактивинода Тхакур понял, что его гуру Сахаджи, Гурудев Шрила Бхактивинода Тхакур, он не внешне, но внутренне полностью отказался от него. Я могу привести аргументы, которые полностью разоблачат все нападки Сахаджи. Бхактивинода Тхакура никогда не поддерживал никакой Сахаджи, никогда во всей своей жизни. Шрила Бхактивинода Тхакура никогда не говорил о сахаджийской сиддханте. Может, он иногда хочет одурачить вас, и поэтому какие-то его действия непонятны с первого взгляда. Но иначе Бхактивинода Тхакура никогда такого не делал. Можно посмотреть, что делают сахаджи. Они То есть им не нужно так много читать, чтобы понять, что их философия ложна. Им достаточно почитать Бхактинот Вани Вайбов и Упадишамрита. И с помощью всего лишь этих двух книг можно доказать, что их традиции, их все уставы, они полностью ложны. И вот я сейчас хочу доказать эту сиддханту. Есть несколько учеников, которые оставили силу Прабхупады. Они потеряли всю свою силу, которую они имели тогда, когда они были в наставнической преемственности Шрилы Прабхупады. Но я хочу сказать,
что перед тем, как получить посвящение, они тоже не могли написать ничего подобного. То есть перед тем, как они приняли посвящение Шрилы Прабхупады, они никогда не понимали простой философии. Вот тот же самый человек в Даке. Дака — это столица Бенгала была, и там была выставка. Этот Видьявинод, не Видьявинод, а Видьявинод. И вот вопрос по Аджамилу: каково, кто такой Аджамил? И вот один мальчик из Гаудия-Матха, он ответил на его вопрос. Они пришли, и каково значение? И он ответил на вопрос этого профессора, который не понимал таких простых вещей. И впоследствии этот профессор стал великим философом. Но имеется в виду, когда он получил посвящение у Шрилы Прабхупады, он писал очень прекрасную харикатху, но потом, когда он оставил Шрилу Прабхупаду, он потерял всю свою силу. Хотя во время, когда он был с Шрилой Прабхупадой, он мог написать множество прекрасных книг. Но это не случай с Бхактивинода Тхакуром. Бхактивинода Тхакур писал прекрасные книги задолго до того, как он получил посвящение у этого Сахаджи Гуру. И потом, когда он оставил своего гуру внутренне, он не потерял этой силы, этого могущества. И это может доказать, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он из вечного мира. И если я спрошу, кто его Гурудев, кто чей Гурудев, Шрила Прабхупада, ученик Кешава Бабы или Гур Кешава Баба, он ученик Шрилы Прабхупады, если я спрошу. Это правильный вопрос. Я очень уверен в том, и моя уверенность зависит от Гуру Крипы. Если я спрошу вас, Шрила Прабхупада ученик Гуру Кешава Бабы или Гуру Кешава Баба ученик Шрилы Прабхупады, почему вы задаете такой вопрос? Это Гуру Кешава Бабаджи Махарадж спрашивает. Внешне мы находим, что Шрила Прабхупада, он получил посвящение от Гуру Кешава Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупада, он на Муни Манджаре, а Гуру Кешава Бабаджи Махараджа Гунамани Манджаре. И кто у кого получает посвящение, что это? Глупый вопрос. В то время как Гуру Кешава Баба, он сам в своей жизни, когда Шрила Прабхупада приходил, он называл его «мой Прабху». «Пожалуйста, говори харикатху». «Мой Прабху» что значит? Значит, «мой господин». Гуру Кешава Дас Бабаджи Махарадж никогда не называл его моим учеником, он называл его «мой Прабху», «мой господин». Мой Прабху. Он всегда обращался к нему только так. И внешне можно найти так много запутанностей, но внутри, если мы попадем во внутренний мир, то не увидим никакой запутанности, а увидим, что гармония, она пребывает всюду. И другой пример я могу привести, когда Вриндавана Дас Тхакур Махашой написал Чайтанья Бхагавату Кришна Дас Кавирадж Госвами. Он был удачлив в том, чтобы составить Чайтанья Чайтамриту гораздо позже. И о Чайтанья Чайтамрите Кришна Дас Кавирадж Госвами пишет: то, что он написал, я, оно подобно словам попугая. Я просто повторяю то, что услышал. Как один пример я приводил с попугаем. Если попугая научить чему-то, он будет повторять, но он не может чувствовать то, о чем он говорит. Просто запоминает и повторяет.
И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он пишет, что то, что я пишу, я подобен попугаю, я просто повторяю то, что слышал от Нитьянанды и Гауранги. И то, что я пишу, оно полностью поддерживается Мадан Маханом. Баллада Видьябушан говорит, что Мавиданта, она полностью одобряется Говиндадевом. И Баллада Видьябушан, когда он пишет Веданта Сутру, это Говинда Бхашья, поскольку то, что он писал Баладев Видьябушан, это полностью одобряется Говиндой, поскольку Говинда говорила, а тот записывал под его диктовку. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он также говорит, что я получил одобрение от Мадан Махана, чтобы написать это читание Чайтамриту. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами в предисловии говорит о Вриндавандас Такур, ты Вьясадева, читание лилы, и прости меня и благослови, чтобы по твоей милости я смог написать это читание Чайтамриту. Вриндавандас Такур, он Вьясадева Шакти Вишаватара. В то время как Кришнадас Кавирадж Госвами, он Кастури Манджари. Кришнадас Кавирадж Госвами, Кастури Манджари. Пытайтесь понять, Кришнадас Кавирадж, он Кастури Манджари, а Радхарани говорит перед Вишванатх Чакравартим. Вишванатх Харивалав. И вот Вишванатх, он постился долгое время, ничего не пил, не ел на берегу Радхакунды. И вот Радхарани сказала: «О, Харивалаб, вставай!» Но нет, пока я не пойму значение Камагайтри, я не стал. И вот 24 слога, а почему 24,5? И вот он говорит, Кришнадас Кавирадж, это Прия Нармасаки, Радхарани говорит, Кришнадас Кавирадж, это Прия Нармасаки, Кастури Манджари, она никогда не может совершить никаких ошибок. И вот И в этой книге можно найти объяснение, почему 24,5, почему это половина акшары. И тогда... И вот... И вот Вриндавандас Такур, он Вьясадева Шакти Вишаватара. И там Кастури Манджари... Он Прия Нармасаки. Я хочу еще привести один пример. Как, когда Радхарани, она ставит тилок она поставила тилок вот, на Шьямананде Прабху. И вот начал спор возникать. Почему кто? Почему именно такой тилок? И Радхарани явилась с ним во сне и сказала, кто? Я сказал, что я сама поменяла ему тилок, и поэтому пускай так и остается. Ты вечный спутник Кришны, а он мой вечный спутник, спутник Радхарани, и поэтому не нужно возмущаться, что у него стал другой тилок. И поэтому такая борьба, она безосновательна. Лучше поверить, пытаться понять, пытаться осознать то, что хочу сказать. Я никогда не оскорблял Вриндавандас Такур Махасу, это мое сердце. Но что я хочу сказать? Кришнадас Кавирадж Госвами, он Кастури Манджари. И Вриндавандас Такур, он Шакти Вишаватара.
и кто более высок из них, но это глупый вопрос. Они все прекрасны на пути баджана, на пути Гаудия Баджана. Это естественно смирение, но естественно бхактина такур. Я опять возвращаюсь к бхактина такуру, когда он был занят в исполнении своих обязанностей как этот дистрикт, этот губернатор Пури. Ему отдали даже все она под его ответственность, все служение в храме Джаганатха, чтобы он все это контролировал. И в то время у него внешне не было тилака и Туласи Малы. И какой-то из Сварубдас Бабаджи, он совершал баджан там, он как-то пытался, хотел игнорировать Бхактина Такура, высказался, что у него даже посвящения нет ни Канхи Малы, ни тилак, ни Джапа Малы нет, что толку его слушать. И это было оскорбление с его стороны. И этот Бабаджи вскоре осознал это и пошел к Бхактина Такуру, чтобы просить у него прощения. Он, и вот он извиняться, что подумал, что у вас нет ни тилака, ни канхимал, и поэтому вы не можете ничего толкового говорить. Но я понял, что это моя ошибка. И Бхактина Такур сказал: да, Бабаджи Махарадж, это правда, я посвящение еще не получил. И вот Бхактина Такур сказал, что еще не нашел достойного гуру, поэтому вот так случилось. И даже тогда Бхактина Такур говорил Харикатху внутри храма Джаганатха, рядом с отпечатками лотосных стоп Махапрабху. Они есть внутри Джаганат Мандира. Ну, где-то с южной стороны. И там. Можно было обнаружить, что Бхактина Такур, он каждый день говорил Харикатху. И вот Махарадж, когда он там находится в Джагнат Мандире, после того, как совершил парикраму, он останавливается, находится в какое-то место, на какое-то время в том месте, где это происходило. И таким образом эти сахаджи пытались бороться с нами, что заявляют, что у нас нет связи с Бхактина Такуром, с Гаудия Матхом. Это глупо. Правильно будет сказать, что Бхактина Такур — это сердце Гаудия Матха, и он не отличен как от Харадхарани, так и от Бхактина Такура, так и от Гаудия Матха. Это не мое заявление, это сказал Шрила Прабхупада. Бхактисиддханта Сарасвати, какие-то сахаджи пытались сказать, что Бхактина Такур — он отец Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, он никогда в своей жизни не назвал Бхактина Такура своим отцом. И Бхактина Такур также за всю свою жизнь он не называл Бхактисиддханту Сарасвати своим сыном, как и Сарасвати Такура никогда не называл Бхактина Такура своим отцом. А правильнее будет сказать, что Шрила Прабхупада, когда бы он не смотрел на лотосные стопы Бхактина Такура, он видел красоту Радхарани много раз. Шрила Прабхупада говорил: когда я смотрел на лотосные стопы Радхарани, я увидел красоту Радхарани, я видел ее красоту, а не видел отца, мать и прочее. Я видел Радхарани. Пытайтесь понять. И не совершайте ошибку относительно этой сиддханты. И о Бхактина Такуре. Если мы будем говорить так много вещей, то времени не останется снова и снова. Каждый год у нас есть возможность прославить
его в эти титхи, поскольку если будем прославлять его в день его явления, мы получим милость Гауранги. Наше соблюдение этих титхи значит говорить харикатху, не есть какие-то блюда, а помнить его и говорить харикатху. Это наш праздник харикатхи. Наш праздник — это харикатха о Бхактивинода Такуре. Бхактивинода Такур. И вот в его пранамантре содержатся такие слова. Гоу-шакти-сварупая. Что это значит? Гора. Он Сварупа, горы Шакти. И Рупануга Варайте, значит, лучший из Рупануг. Он лучший из последователей Рупа Госвами Пада. Бара, значит, лучший. И что сказать еще? О Бхактивинода Такуре можно сказать столько. Мы защищены. Мы полностью защищены Бхактивинодом Такуром. И сейчас это наше привилегия. И если кто-то отказывается от него и прыгает в огонь, но я сидя в Ясасане, я говорю правильные вещи. Я защищен Бхактивинодом Такуром. Я защищен Бхактисиддхантой Сарасвати. Я защищен Бхактивинодом Такуром. Если Бхактивинода Такура нет, кто может? Если Бхактивинода Такура не пришел бы к нам, если бы он не составил так много книг, больше 100 киртанов и прочее, кто может осознать Сиддханту с того, что написали шесть Госвами? Он, конечно, тот же Госвами, седьмой Госвами. У нас есть великолепная привилегия. В эту кали-югу, что у нас есть поддержка Бхактивинода Такура. Он написал так много книг, так много... Бхактивинода Такура написал все. Он написал все, все сандарбхи. У вас есть это знание, чтобы вы изучали сандарбхи, уджалани, ламани и прочее. И в то время как Бхактивинода Такура пишет все. Я хочу включить сюда имя Бхактивинода Такура в этот киртан, в эту шлоку. Поскольку он седьмой Госвами. Если Бхактивинода Такура не было бы, если он не явился, кто мог бы извлечь суть из всего учения Госвами и представить в такой простой и понятной форме? Санскрит очень сложен для понимания. Бхактивинода Такура пишет, он о нем говорится, что он, что Госвами, он, они спахтали океан Шастр и извлекли суть в форме Амриты. А Бхактивинода Такура после того, как спахтал весь океан Гаудия Сидданты, мы получили суть сути Гаудия Сидданты. Я вчера говорил, что если мы будем изучать только Джава Дарму, нам не нужно изучать никаких других книг. С помощью одной только Джава Дармы мы можем достичь успеха. Или с помощью читания Шикшамриты мы можем достичь успеха.
или с Махапрабху, с книгой Махапрабху Сикша, и поэтому моя просьба всем и каждому, пожалуйста, изучайте киртаны Шаранагати, Кальяна Калпатару, изучайте наследие Шрилы Бхактивинода Тхакура каждый день, если можете забыть поесть, это не так плохо, но мы не должны забывать воспевать киртаны Шрилы Бхактивинода Тхакура. Но мы не должны забывать получать милость от его киртанов. Если я обещаю вам на Вьясасане, что если будете следовать этому, вы достигнете успеха. И у меня есть огромная уверенность в этом. Бхактивинода Тхакура говорил о себе, как о преданном Рупануге. Если я буду объяснять эту шлоку, она, можно объяснять ее так, что получится объяснение, подобное Махабхарате. И вот Бхактивинода Тхакура плачет и говорит: я нахожусь на Гадруме в Нандаграме. Гадрум Двип — это Нандаграм. Он на берегу Сарасвати, на берегу Сурабхи-кунджи, с великой надеждой обрести милость преданных Рупануг. Я жду этой милости Рупануг. Даруйте мне свою милость. И Бхактивинода Тхакура пишет в одном из своих последних киртанов такие слова. Гадруме гауру тирте басати си сурави кунджа бхакти пурвам бинадаха. Джугала чарана сева шакшо лава сая ашоу. Браджа раса расикая пад падмасрай атро. Банча калпатуру васике пасинда бхавача. Патитанам павану бхавишна бьо намон. Try to hear over and again. Over and again, if not more, 100 times, then you can digest.